получается, у нас такая ситуация, что вот тот же Кацаба, Василец, да, и другие журналисты, которые попали под так называемые репрессии, что они все сразу попадают под такую статью, как вот терроризм, там, враг народа, которая, при которой не предусмотрено даже вот залоговое освобождение. Потому что, честно говоря, мы очень все надеялись, я как бы, ну, знаю очень хорошо Дмитрия, что все-таки суд будет более благоразумный или гуманный, как говорится, и все-таки будет вынесено решение о залоговом каком-то освобождении. При том, при всем, как мы видим, повторилась история, та же самая, что и с Кацабой. Никакого, эта статья не попадает ни под какое залоговое освобождение.